Ну что, друзья, гуляем по летнему июльскому лесу. Такой вот русский лес смешанный. Комарики покусывают иногда. Сейчас идем вот эти березки, там большие осины. Клен здесь, рябина, орех, дуб, смешанный лес. Сегодня ветра нет, как и вчера, штиль. Очень красиво, зелено. Дождя уже, наверное, месяц нет, но здесь в лесу довольно-таки прохладно и трава не горит, как на открытых местах. Есть земляника. Ягода есть местами, местами еще не дозрела. А земляника самое то. Очень здорово здесь, дышится легко. Кстати, птички в июне пели громче. Сейчас уже пение сократилось настолько, что я не слышу ничего. Почему-то в июне они поют, а в июле почему-то прекращают. Ну вот земляника, сейчас продемонстрирую вам земляничку. Вон она какая, здесь паутина. Съедим или оставим на завтра, пусть, ладно. Может, кто-то другой съест. Уже так насытился. Пусть кто-нибудь другой скушает. Сегодня мухи одолевают, комарики. Вот наверху. Ветерок-то есть, здесь нет ветерка. Ну вот здесь очень часто бываю. В этом месте леса, это, точнее сказать, Бугульминско-Белебеевская возвышенность, подножие, можно сказать, ее. Дальше дойдем к роднику. Да, птицы сегодня не поют. Вчера еще пели, сегодня что-то вообще не слышно. Ладно, друзья, дорогие и уважаемые подписчики. Хочу вам это прекрасное видео показать, чтобы насладились лесом, если кто-то сейчас в пустыне или еще где-либо. Конечно, оказаться здесь. Тишина.